Жека Херсон, Миша Севастополь, Привет, пацаны. Миш, давай, погнали. Погнали. Он висит немножко. Да, есть такое. Сейчас, блять, эти гады лопатники рванут. Ой-ой-ой, тут сейчас мясо будет. Ну тут Тем надо. более два игрока Да, я играют. тебе говорю, сейчас лопатников. Ну тут нужно тупо в наглую, Миш, Но брать. постепенно отжимать надо будет, так И сразу не получится. идти пулеметчиками, и все, по-другому никак мы не сможем. Согласен. И вдвоем рядышком, Да, рядышком. рядышком, рядышком, сейчас пулемет за пулеметом, раз, раз, пошли, пошли. Так, чуть-чуть, фух-фух-фух. Ребят, попробуем с Мишей реабилитироваться после утреннего поражения. Огромное спасибо всем, кто поставил лайки, прокомментировал, поддержал нас. У нас, Миша, один вопрос. Вы зачем жен заставляете смотреть Company of Да, Heroes? интересно. Дона Ман или как там тебя? Ты зачем заставляешь свою любимую жену? Ей там Мясо битва смотреть. экстрасенсов. Дом 2, может, ей нравится. А ты ее заставляешь Company of Heroes смотреть. У тебя вообще совесть есть твоя? Миш, куда ты пошел? Я иду, все, иду в центр. Все в центр. Давай, давай, иди, иди. Все в центр. То я что-то не вижу тебя. Эту... Я иду вот Ага. сейчас на звездочку. Церквушку надо занять по берегу. И от нее плясать. Поперекрывать тут им. Да, дождаться артиллерии. Главное заминировать подъезды. То, бля, они будут эти строить еще. Любят Они очень. уже захватывают, прикинь, Миш. Ну, конечно. В домик сажай. Ближайший вот этот. Залазьте, залазьте, залазьте. Ага. Все, сейчас минометчики порешают. Минируют, минируют. Подонки. Думают, это им поможет, да? Ага. Это навряд ли это вам поможет. Я тоже минку поставлю. Так, а что ж делать? Надо. Смотри, там тебя обходят. Это все, конечно, хорошо. Дело в том, что мы-то не держим бензин, который мы должны держать. Это точно. Если мы не держим бензин, значит немцы держат бензин. Это, как говорится, очень плохо. Но Миша там их начал окружать, я думаю, они сейчас зашевелятся. А я тем временем понастраиваю нам побыстрее бензин, чтобы мы пораньше вышли с ним. Ну что, я пойду. Захожу к ним. Заходи, я как раз минометов тут сейчас подвел. Они отступают. Они отступают, ты сейчас можешь на отходе их порубить. Так кем было бы кем, блин. Да. Ты ж не ППШ, блин. Так, там какая-то машина приехала. Какая-то? Я Это не пушку тяну, страшно. кстати. Хорош, хорош. Все, занимаем теперь. Да. Подвигаем ПП. Я бензин Миши тут понастраиваю, чтобы он вышел побыстрее. 3485. Сейчас сольем эту машину. Да. Добивай, добивай ее, а то уйдет, сучка. Ну, Есть. окей. Слили, хорош. Теперь окапываемся здесь, ребят.
Почему бы и не окопаться? Миша, пушку давай тарабань. Да тяну, тяну, где она? Она там у тебя залипла. А, все. Наверх да. Тянуть, да, или здесь оставить? Что, что? Здесь оставить или наверх? Кого, кого? И захватывай звезду возле тебя. Конечно, конечно. Я все захватываю. Миша минирует. Видите, ребят, молодец какой. Да, в прошлый раз мы не минировали. Это, конечно, это очень плохо. Потому что пантеру бы как раз можно было и подловить. Да, подловить на минах, 100%. Пантера жизни не давала. Так, 120-ку. Притянул. Все, теперь нам надо полностью укрепиться на острове. Для этого мы перекрываем вот этот перекресток. Так, пойдем посмотрим, что там. О, идут, идут. Идут. Подсвечу немножко. О, хорошо. Там полетели уже. Хорошо, миномет работает отлично. Хорош, хорош. Так, я думаю, с Мишей хватит бензина. Тут единственное. Ты в Катюшу, да, пойдешь? Обязательно, да. Меня со звезды немножко это. Ничего, ничего. Ударные отряды прибыли. Опа! Опять этот урод. Ай, я не успел. Они вылазят, смотри. Миша, разворачивай пулемет. Разворачиваю. А у тебя рядом еще один стоит. Я свой, пожалуй, оставлю. Хорошо, хорошо. Падлы, падлы, смотри что. Вот они будут нас так всю игру задолбать. Так, меня здесь немножечко пушечку мою, зараза. Короче, я отступил. Гагометом. Твою налево. Хорош мина. Миш, хорош только что. Да? Мина вообще правый, порешала. Правый. Знатно. Миномет я потерял. Я пулемет потерял. Где-то там. Так, так, Т3, быстро. Давай, 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 укатываем. Укатываем, укатываем. И пушку я потерял. Давай. Там еще одна. Я знаю, знаю, вижу, вижу. А где мой вот этот ряд, я не понял. Вон, Миш, аккуратнее там. Все эти ушли. Суки. Давайте нам быстрее. Надо пополняшка. Так, я пошел на ту сторону, пока есть с кем сходить. Захватить вот эти две точки передо мной неким. В минометчик. Ты видишь, не маленькую. Выполняшку сделал. Беда, ребята, беда. Беда, беда, разочарование. Надо две точки передо мной заход сделать. Да тебе неким, да? Ну, я иду, конечно. Я думал пойти повоевать, они там, видишь,
на эту сторону, надо идти туда, потому что... Ну никак. Так, устроил Катюх. А что за граната, я не понял, не кинул нас, чешу. Эту пушку надо уничтожить, сейчас я попробую ее забрать, конечно. Конечно, попробую его, но так-то. Они гады с этими ходят, видишь? Мины, мины. Надо побольше мин. Пума! Нифига себе! Ну вот про пум я в начале игры говорил. Это не люди. Давай, давай, заворачивай, пума, что там с ней перестреливаешься? Как же ее нам выманить-то? Ладно. Граната. Окей. Тем временем, ребят. Вам нужно что-то взорвать? Мы займем территорию. Пума это не есть хорошо. Стрель опять сзади вылезли. Пиндосы. Да туда надо садить пулемет и все, потому что это будет постоянно такое. Ну да, конечно, надо, но он уже поздно. Пума, ты иди броди, ты задрала. Сейчас 3-4 тебе расскажет. Ой-ой-ой, Миш, на меня тут стукает. Да меня этот гандон расстреливает. Сел сзади в дом. Гребаная тварь у меня. Так убежишь в доме его. Он даже мне сейчас здесь все вынес. Миш, кем убить? Скажи его. Танком, ты... танком. Ты проедешь? Да я танком буду полчаса расстреливать его. Ну я отступлю и получается, что... Отступил, ты даже он тебя в доме расстреливал, ты не пошевелился, Миш, а ты говоришь, что я отступлю там. Так а чем не пошевелился? Гранаты бросал, все, что мог делал. Ну ладно. Нет пулемета. Им придется выковыривать нас из этой планеты. Занять этот пункт. Давайте быстрее. Пушка срочно, при том на пулемет засаживать будет это не дело. Смотри, мне... уже разминировали, гада. Меня тут всех разнесли, тупо всех, еще и пума и не одна, пиздец. Жесть. Жесть.
И где эта пушка? Ай, ёб твою налево. Миш, высаживай того там, где один у тебя. Там, где один, высаживай. Стрель только высадил, и сразу эти пришли. Да не офигели, что ли? Сейчас я пуму похороню. Тварь. На. Дрянь. Получили. Сейчас. У меня вообще нету ничего, так что идут. Сейчас сижу там и жду, пока вы на меня скинете. Миш, стоять не катит, надо давить. Так я иду, Жека. Я что делаю? Я иду вперед. Надо давить, Миша. Если мы будем стоять, они нас разложат. Просто разложат и все. Они вот на меня переключили слева, видишь? Ой-ой-ой, пантера! Вот это да! Вот это да. Вот это да. Миш, надо захватывать, ты я ничего пошел. Не делаешь. Так как это ничего не ну делает? Хорошо, Миш, ты сколько захватил точек? Я не знаю. Я тебе скажу. Я постоянно захватываю. Вот ты сидишь там, ты ничего не можешь сделать. Так. Давай сделай что-то, Миш, сделай. Я уже пошел, да. Я на двух флангах воюю. Не на двух флангах, воюй на одном просто. Окей. Просто воюй на одном, Миш. Твою налево. Рыбаная пантера. Рыбаная пантера. Понятие пантера. Жизнь не. Сейчас я тебя Катюша поцелую. Миш, захватывай звезду, Миш. А я что делаю? Все делаю. Давай, давай, Миш. Все это и дело. Дело, дело. Хорош, гренадер. Я поехал тэшкой, тэшками двумя попробую с той стороны как бы.
С какой? Ой, блин. Пантеру добить. Давай, Миша. По крайней мере, если не добью, ох, блин. Что там, что? Да, заминировали. А, не дурачки, да? Угу. Надо и нам, значит, минировать, Миша. Ну, пантеру добью, нет? Должен. Да нет. Не добил? Я отступаю. Да. Отступай. Так. Блять, вот это говно надо снести. Миш, дашь сюда Катюшей? Да я хочу вот сюда дать. Там толпа солдат стоит. Давай. Блять, так звезду захватываю. Ее явная нехватка. Побольше этих строй, если есть возможность. О, кого? Что? Ну, чудаков с... Так, дал Катюша, я туда. Там твою налево. Давай, это сейчас давай. Твари. Ой, хорошо. Твари. Скоро они будут охотиться на мою Катюшу. Суки подсвечивают и подсвечивают. Драли вы. Ударные отряды прибыли. Опять мы с тобой додержали до 150 очков. Жесть. Ну видишь, по-другому и как бы и никак, да, с одной стороны. Ну надо нам как-то поагрессивнее играть, значит. Потому что это не катит такая тактика. Вот так ждать там, пока мы себе не то. Пантера пошла, да? Заказал, конечно, тебе пушку. Вперед. Надо сейчас это. Пушка нам. Так, я пошел. Твари! Лучше смерть, чем отступление. Сектор снабжения атакован. Рыка, уводи пушку. Что,
твари. Я почему эту карту не люблю, потому что тут пехота лучше всего играть. Вышел из угла с паншушеками, танка нету, понимаешь? Карта очень неудобная. Для совета. Твари! Жесть! Мы потеряли одну из бронемашин. Давай, надо идти! Быстро! Каском, мы выдвигаемся! Мы несем потери! Чего? Выдвигаемся на захват! Выдвигаемся на захват! Вас ответили за отвагу! Новобранцы готовы действовать! Нет, только не это. Вот это мясо, да, Миш? Да не говори. Пантера опять со звездой, как всегда у нас, да? Короче, это... У меня сейчас будет 4 Т-шки, я могу поехать на базу. Вот это слева их не бомбить. Ну съезди. Я не знаю, что делать. Сандоль, сандоль. Ты можешь Т-шку добить? Пантеру добить? Вообще на сносях пошла. Да, добью. Наконец-то. Суки. Куда, интересно, она поехала? Там мост Фома. Есть. Я поехал базы бить, так что... Давай, давай, я держусь. Не знаю сколько, но постараюсь продержаться. Задрали вы мне на пулемет срочно эти, задрали приходы ваши. Ты шо не поминировали? Может, надо было по-другому как-то поехать? Ну я не ожидал от них такой, блядь. Прыткости? Да. Жестко не хватает, блядь, пума. Сейчас пантеру солью ему. Было бы неплохо. Бля, он мне одну тушку снял. Что ж так не хватает-то боеприпасов? С бензином проблем нема, я пополняю сильно много, потому что сильно часто. 100 очков, Миша, за звездой, что с твоей? Я иду захватывать. Опасно играешь, Михаил.
Очень опасно. Сколько ж стоит у нас пополнить 32, нифига себе. Дорогое удовольствие. Крыши их там. Хорош, Катюша, хорош. Хорош. Ну не знаю, что нам это насколько даст, но развалил я им две базы, уничтожил. Я думаю, это нам поможет, Миш. Мы нам с это сюда миномет идет. Да так, не гони. Если нет. Есть саперы, надо минировать. 100%. Нет. Пиздец. Еще больше наших войск потеряно. Пиздец. Где вы? Катюша, я могу дать. Давай. Есть, пустил. Сади. Ну, ждем этого. Скоро. Падлы скинули на меня. О, я нормально там, Катюша. Да, хорош. Они ждут что-то серьезное. Понятное вот. Дело. Вот что они. Жесть. У меня здесь торба, конечно. Не, Миш, не имеешь права. Не, я говорю, что торба в каком случае? Что у меня нет там ни пушечки, ни хуюшечки. Давай я пушечку тебе дам одну. Давай, давай. У меня 3 Т-шки. У тебя пулемет вот здесь нормально сидит. Ну я же, чтоб к этому не зашли, поэтому. К моей Катюше. Слышь, Катюша помогает. Самолет-разведчик вылетел. Так, у тебя Б4? Эх, Миша, есть ли? Есть Катюша еще? Да. Давай. Дал. Там как раз еще бегут. Давай, давай, давай. Там, смотри, видишь, они готовят здесь раш. Сейчас я там пушку еще одну построю. Бляди. Как... Один отряд вынес полностью. Там их пиздец, Миша. Вся проблема. Я насобирал на КВ наконец-то. 33-я минута. Что, что пушка? Вон забирай пушку, я пополняшку тебе подгоню. Я за ней иду. Хорошо, хорошо. Они будут отсюда идти. Откуда? Вот. Вон они пошли оттуда, по-моему, откуда где твой минометчик лежал, если я не ошибаюсь. Так, отлично. Что ж отличного-то, Миш? Я слил им один танк. А, отлично. Спору нет. Я в этом. МГ. Так. Так. Миш, ну ладно. Пополнился, не? Да я не знаю, я не очень хочу пополняться, пускай будет. А, не, уже похер. У меня 95 резерва. Так, Катюша есть. Давай, Миш, ты видишь куда, да? Да, да. Гребаные лопатники. Блин, нам бы чуть-чуть поближе.
твари. Меня сейчас выбьют отсюда. Твари. Пиздец. ТВшка застряла. Наконец-то, блядь. Вот это заебал. Пушка стоят, столько отрядов им перестреляло. Они ползут и ползут. Всю пехоту мне снесли, суки. Всю. Вон, ты смотри. Вот это идет, готовится раш. Так, надо мины какие-то ставить. Ой-ой-ой. Я не знаю, откуда столько мин взять, Миша, мы не вытянем 100%. Они выходят и выходят из всякого говна. Женя, вот здесь вот. Жду захват. Да. Они там не достают их почему-то. Все. Женя, да я еду, вот. Еду. Миш, еду. Твари. Миш, как думаешь, откуда пойдут? Отсюда, они на базу сразу полезут. Давайте ебаните как следует их. Ух, хера, вон они пошли. Могу еще отметить. Подожди, пока смысл. Пошли, да? Угу. Пиздец. Там их две. Блять, пизда кавашки. Бах, прям проламывает. Жесть. Ну, тигр сольем, нет. Назад, Миша, отъезжай 3/4. Так тигр надо слить. Да ты в упор их в не сольешь, надо было объезжать его, раз ты такой. Так куда здесь объезжать? Ну ты сейчас сольешь все 3/4 свои. Да отъезжаю его. Слил, бля. Блять. Понимаешь, ситуация в том, что если не добить тигра, бля, это по-любому, блядь, лоу. И ты не добьешь. В лоб ты его не добьешь, я так тебе я говорю. Я его в лоб разбил, у меня он отмеченный был. Он у меня был отмеченный. Вот в чем вся ситуация. Иду, Тэшка еще помогает мне. Все, пиздец. Блять, я до сих пор не насобирал на Б4. О чем тут можно говорить, Миш? Есть чем захватить? Так есть. Погони этих. 3/4 забирай. Да блять, пока она сука. Сейчас точно проиграю. У тебя 2/3. Только приехал. Только приехал. Миш, вот это говно сегодня ты сможешь снести, как думаешь? Какое? А что там стояло? Да там это говно стреляет в нас уже, я не знаю, короче, я и обстрел с пушки сейчас туда дам. Бля, где мой пистолет? 3/4 едь, пока они там курят. Сейчас я тебе. Давай, подтягивай пушку. Пошли вперед, короче. Пушки подтягиваем. Вон она, блин. Назад. Объезжай ее, объезжай. Да, накручу ее. Как они починили уже? Ну да. Прижал. Да. Давай пушками.
Да и умный, что я не должны добить. Ну, добьем. Ну, давайте, блядь. Ну, блядь, добивай. Не добили? Пиздец этот. Это пиздец. Не, ну должны добить, пушечка, блядь. Не останавливаться. Есть, блядь. Добили? Да. Пиздец. Фух. Вот пидорасы, блядь. Вот это потери у меня. Ну, я так тебе скажу, блядь. Вот это потери. Я мост ломаю. У меня еще чуть-чуть и будет еще две дашки. Миша, ты так быстро сливаешь. Катюшей дашь. У меня даже... Ну вот, есть уже, хотел спиздить. Дайте мне времени. А что тут у вас? Бля, пулемет разложили, да, Миша? Вижу. Задрали, как они задрали. Есть, прижал, блядь. Дети! Ой-ой-ой, смотри, кто приехал. Бик это. Так должен, что-то не бьет. Во. Миш. Десять топлива поможет. Все. Это грёбаная пантера. Все перестреляли. Меня всех селили. Все, поехал я за пантерой. Вот это жесть. Красная армия, служим народу. Сучары, блядь. Сильно мы много им позволяем. Мы достигнем цели. Да. Вот не могу понять, но вот почему. Ну да, побьем пантеру. Да что ж это такое? Ушла? Блядь. Миш, на перехват. Ну за три, блин, ну три раза по ней бить и не добить. Есть. Добил. 17 очков. Так, что чем есть захватывать? 8 очков. 10, что ты пиздишь, 5 очков. Так а что ты не идешь сюда захватывать? Нечем. Миш, нельзя сидеть и ждать 3 четверок. Нужно. Женя, я не сидел, я. Постоянно воевал, постоянно. Вот Миш, посмотрим. Я понял, я ж не говорю, что ты не воевал. Ты воюешь, Миш, но ты не держишь звезду свою, которую ты должен держать. Вот в чем проблема. Хорошо, я понял. Не.